Лариса. Красное дерево. Литотусечки-то-то. Чиполинка. Модель пиджакена, интенсивный медный, новый аромат, да, неизвестный, крем-краска с аммиаком, 100%, наверное, с аммиаком. А, воня, значит, с аммиаком. Что ж я такая красивая? Умно. Дуже под вопросом. А красиво бесспорно. Вообще бесспорно. Ты прекрасно вспомнила. Я просто прекрасна. Ага, вот так. Вот так я похожа на жираф. А так я просто прекрасна. Красавица, тут же шо. Если человек красивый, значит он красивый. Во всем. Во всем. Мама. Ну, значит, седина закрасится. Мало надо стараться, чтобы поместилось, и богато надо стараться, чтобы было прекрасно. Ляпс. Лариса, пройдись меня тут. Нема седины у меня, но все равно пройдись. Ага, туда же до бровей. Ну, це я такую краску брала. Манго. Главное правильно назвать. Як Ігор казав, книжку главное правильно назвати. Там 7 советов високоефективних людей. Или там 12. Делай это точно. Ждем. Время. Красавица. Лена Чиполлино.
Чиполлино. Чиполлино? Ты Чиполлино? Яка в тебе тетя на пенюаре? Ты на неї дивишся? Лін, так? Тетя яка. Так. Таку. Мастер. Підмастер'я. Ріса, ти тут нову професію приобрела вже. Да? І руки будуть у тебе манго. Манго. О, уже манго. Якась морковка. По модному манго, а по нашому, по українськи, морковка. Так? А, ну да, морковка. Он яка вона. Он вона яка морковка. Цвета манго. І манго цвета морковки. Почти одно і те ж.